Привет! Добро пожаловать на наш карантин! Котеночек, скажи подружкам привет! Привет! Пятнистая мордашка моя! Мы сегодня снова вернулись в эфир. До сих пор находимся на карантине дома. И сегодня у нас для вас есть очень хорошая новость. Рэм пошел на поправку, слава богу. У нас сейчас уже идут, наверное, пятые сутки нашей болезни. На четвертый ему стало лучше, и ровно как доктор предполагал и как поставил диагноз, у нас детская разиола. Ребенок мучился высокой лихорадкой. Это, конечно, пережить было очень тяжело, но сейчас уже ему легче, температура спала и проступают уже высыпания по всему телу. Привет, скажи, напугал всех, да? Скажи, я всех напугал. Ну, тебе лучше. Да, скажи, привет, папы. Привет, папы. И да, на время карантина напоминаю про наш розыгрыш. Это очень важно. У нас карантин, из дома я не выхожу, следовательно, в ближайшие дни и неделю не смогу вам отправить точно ваши подарки, поэтому я решила не терять время зря и продлить время нашего розыгрыша. Поэтому еще две недели он будет активен, можете принимать участие, следить за условиями розыгрыша, что нужно делать, чтобы в нем принять участие. В описании этого видео оставлю ссылку на наш розыгрыш и на все-все условия. Поэтому, девчонки, пишем комментарий, участвуем, у нас еще есть дополнительное время, чтобы выиграть подарки. А подарки у нас очень-очень крутые. Если помните, мы разыгрываем блендер-пароварку от Агу, мы разыгрываем большое количество паильников Munchkin 360, также у нас есть комплектик плед и нагрудник от LED, ну и что-то там еще у нас было. Так что обязательно заходите по ссылке в описании этого видео и принимайте участие в нашем розыгрыше. Так, ну что ж, я даже не знаю, с чего начать, потому что в карантине и во время болезни Рэма у меня просто все слетело-полетело, голова кругом. В принципе, наверное, можно обозначить, что все сутки, вот начиная с субботы, мы занимались тем, чтобы сбивать температуру круглосуточно. То есть она поднималась постоянно. Нам помогали свечи детские жаропонижающие, которые держали температуру в нормальном состоянии всего лишь 5 часов. Следовательно, каждые 5 часов мне приходилось свечку снова ставить, потому что у ребенка температура поднималась до 39. Ну, то есть это если я пропускала момент, когда она чуть-чуть ниже. Как правило, я сбиваю уже на 38,5, потому что выше держать это уже просто для ребенка этого возраста очень-очень опасно. Могут начаться судороги и, в принципе, ну, дело до этого лучше не доводить. Ниже 38,2, наверное, не стоит сбивать, потому как в это время организм борется. Следовательно, здесь нужно очень-очень четко контролировать и держать руку на пульсе. Делаю это я каждые 2-3 часа ночью, пока ребенок спал. В моменты, когда ему было совсем плохо, он даже не просыпался, то есть прям в кроватке я меняла ему подгузник, ставила свечку, и ребенок продолжал спать. И через следующие еще 2-3 часа я заходила и мерила ему температуру. И температура наша держалась ровно, наверное, до вчерашнего дня, то есть, точнее уже сказать, она
держалась всю ночь, то есть ночью я также ее сбивала, и вчера днем эта температура уже у нас спала. То есть ребенок уже был в нормальном состоянии, температура не поднималась выше 37,4, и, следовательно, вчерашний день мы уже провели более-менее хорошо. Конечно же, признаки болезни присутствуют, он очень капризный, постоянно у меня на руках, и мне приходится, ну, от него, в принципе, наверное, не отходить. Просто потому, что ребенок требует постоянного внимания, чтобы я была все время рядом, ну и, конечно же, брала его на руки большую часть нашего времени. И также вчера проступили наши, ну, странно сказать, наверное, но, с одной стороны, заветные высыпания, которых мы ждали и которые свидетельствуют о том, что ребенок идет на поправку. Здесь вот с этой стороны на лбу и на висках видно еле-еле проглядывающиеся красные пятна. Такие у нас также есть по телу, на животике, на шейке, на затылке. Ну и пока, наверное, все. Вот здесь вот в районе ушек тоже они появляются, на щечках. В случае розеолы это означает, что лихорадка и жар будет спадать, и что организм уже, в принципе, борется с этим вирусом герпеса 6-го типа. И, конечно же, это означает то, что организм вырабатывает антитела, которые побороли, собственно, этот вирус. И это также означает, что ребенок, скорее всего, больше им болеть не будет. Так, ну а что касается нашего режима, как же у нас дела с этим? Режим, естественно, пока ребенок болеет, он у нас видоизменяется, да и в принципе, точнее сказать, за режимом я не так сильно следила, он у нас отчасти отменился, то есть у нас каникулы не только от выхода из дома, но и также от режима, потому как, конечно, здесь главный параметр – это самочувствие малыша. Я очень пристально следила за тем, как он чувствует, когда он хочет спать, когда он просыпается, и, в общем, ну, скажем так, не придерживалась, как обычно, наших правил в том, чтобы ребенок отправлялся спать в конкретное время и для того, чтобы ребенок ел в конкретное время. Здесь все, как я уже сказала, по самочувствию ребенка. В общем, в целом, конечно же, рамки у нас сохранялись. То есть я не могу сказать, что мы вылетели из режима на 100%, и ребенок сейчас вот прям все, как бы забыл все то, как он отправлялся спать или ел все время до болезни. То есть мы с утра просыпались, конечно же, позже. В основном это было около 8 утра. Если помните, то обычно это у нас 6:30. Есть он сразу же не хотел. Первым делом мы, естественно, пили. То есть это очень много питья. Воду пил он у меня, в принципе, круглые сутки, даже во время ночных своих пробуждений. Утром мы, да, переодевались. Как правило, делали свечку, потому как температура уже утром у него была. Ну и, следовательно, начинали свой день. Никаких купаний. Никаких наших обычных ритуалов. Первый дневной сон у него оставался через приблизительно 2 часа, поскольку утром он действительно быстро уже приходил в состоянии усталости. Он не спал дольше, чем обычно. Спал он, как правило, там час-полтора. Вот. Ну и просыпался снова, отправлялся к маме на ручки и проводил все время, в принципе, со мной. Со вторым дневным сном дела обстояли сложнее, потому что, как правило, где-то в районе 2-3 часов, когда он отправляется на свой второй дневной сон, это был, наверное, пик его температуры, которая поднималась, и требовалось время, чтобы она спала после того, как мы использовали свечку. И, следовательно, все это время он, конечно же, был у меня на руках, и, как правило, эти денечки он засыпал у меня на руках. На ночной сон уходил, как обычно, в 6 часов вечера или немножечко после 6, но вчера этого не случилось. Во-первых, его было очень сложно уложить, требовалось его брать на руки, с ним сидеть. Я, в принципе, наверное, ну да, наибольшее количество времени вчера как раз-таки провела, чтобы отправить ребенка на сон. Мы с ним, если обычно это занимает там с переодеванием и со всеми нашими черепашками, там, не знаю, до 15 минут, 20, то вчера это, наверное, заняло минут 40. Но по итогу ребенок, естественно, уснул. Уже на руках у меня он был достаточно таким сонным, и все. Положила его в кроватку, он уснул, там было, наверное, 6:30.
в принципе, время нормальное. Но проснулся ребенок в 8. Я его подняла на руки, температуры у него не было, я его переодела, поменяла подгузник на всякий случай. В общем, позаботилась о том, чтобы ребенку было максимально комфортно и удобно, чтобы он действительно мог уже спокойненько уснуть. Но не тут-то было. По итогу я с ним просидела в его комнате. Он лежал у меня на груди, укачивался, не уснул, потому как ему было сильно некомфортно. Потом я забрала его к себе в комнату, подумала, что, может быть, он заснет рядом со мной, мы полежали на кровати, но нет, также он там возился, носился по кровати и не хотел совсем спать. Ну и по итогу я все-таки отнесла его в его комнату, мы включили черепашку, включили белый шум. Есть у нас еще очень классная новая машинка белого шума от Манчкин, там мы добавили звук шушуканья, то есть она шушукает минут 30, да? Ну или бьет маму по лицу. Новое развлечение в доме на карантине. Короче, включила белый шум, взяла ребенка необычным способом, вот так вот, лежа к себе на ручки, вот так вот, да, вот так вот ты вчера засыпал. И, в общем, вот так вот его укачивал, чего в нашей семье не бывает вообще никогда. Ну и, собственно, минут, наверное, 7-10, и ребенок уже такой поплыл, уже все, хотел спать. Ну и, собственно, я его таким сонным-сонным положила в кроватку, и он, слава богу, уснул. Ночью проверяла температуру, уже все в порядке, с температурой проблем не было. Единственное, что он проснулся у меня, наверное, в 5:00, неожиданно. Там у нас промежуток получился 3 часа. И все, ребенок был просто мокрый насквозь, просто насквозь. Я его оставила вот в таком бодике, одела на него шерстяные шортики, носочки и накрыла легким муслиновым одеялком в один слой. И ребенок просто был вот по подмышке вот так вот мокрый. То есть он написал там так много, что мне кажется, ни один подгузник с этим делом не справится. Опять же, ремарка по поводу подгузников. Мне сейчас нужно искать все-таки ночные подгузники, потому что наши любимые генки, они, чую, не будут справляться все-таки с объемом его мочи в течение ночи. Поэтому, девчонки, если у кого есть советы по поводу классных ночных подгузников, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я с большим удовольствием их все перепробую для того, чтобы найти самый-самый лучший ночной подгузник для нас. Ну и сегодня котенок у меня проснулся достаточно рано, это было 6:00 утра. Ну давай, иди погуляй. Иди погуляй. И все, так начался наш день. Мы еще с ним повалялись немного в кровати. Я попыталась все-таки его хоть как-то еще уложить, или, ну, по крайней мере, вместе с ним полежать, чего у нас не получилось. Ну и, собственно, все. Мы сегодня встали очень рано. На первый дневной сон он ушел в 9:30. И не поверите, проспал до 1:30. То есть 4 часа ребенок у меня просто спал. Я его, естественно, не будила. Я позволяла ему высыпаться, приходить в себя, восстанавливаться. И, собственно, этим он и занимался. Будет ли у нас сегодня второй дневной сон, я не знаю. Посмотрим по его самочувствию и состоянию, устанет он или нет. Но я думаю, что, скорее всего, дневной сон на второй мы сегодня пропустим. И пойдем уже спать вечером в 6:00. Да? По твоему состоянию и настроению сегодня, я понимаю, у тебя уже все хорошо. Да? Бутик, всего скажи, 4 суток, и мне лучше. Куда ты там тянешься? В общем, счастье в дом пришло, потому что ребенок смеется, чего-то там хочет опять, куда-то стремится, и начинает мать просто изводить тем, что он суперактивный. Да? Бутик, ты суперактивный? С едой. Что у нас с едой? Все эти дни у нас очень-очень легкая еда. То есть это фруктики, это кефирчики и, ну, действительно, очень легкая еда, так, чтобы ребенка не нагружать лишний раз и чтобы организм занимался восстановлением после болезни. Че смешного? Да? Чтобы организм занимался восстановлением после болезни, а не перевариванием еды. Да, котенок? Я сама, как вы видите, не выспавшийся, выгляжу так себе сильно не очень. Дома бардак, ну, как бардак, по крайней мере, посуда у меня не помыта.
Все остальное, конечно же, в условиях вируса, болезни и карантина я, понятное дело, держу в особом порядке и слежу за тем, чтобы дома постоянно было чисто, куда бы ребенок не решил поползти. Разговаривала, конечно же, с подружками, со знакомыми, и многие придерживаются такого мнения, что типа вот, если бы не вся эта история с коронавирусом, карантином и так далее, ты бы после там выздоровления малыша не сидела бы с ним в самоизоляции и действительно воспринимала бы даже его вот это заболевание намного-намного спокойнее. Отчасти, наверное, да, но с другой стороны, здесь нужно думать о реальной картине в общем, потому как ты не можешь отрезать себя от реальности и не можешь существовать в каком-то параллельном мире. Я вот даже мелочь такая, я представила, если бы у ребенка было что-то посерьезнее, или, ну, по крайней мере, состояние его требовало бы госпитализации, то исход он мог бы быть значительно-значительно хуже и совсем другим. Потому как сейчас инфекционки, они забиты, есть большое количество инфекций, которыми люди сейчас болеют, просто сейчас вспышка очень большая, и мест нет вообще нигде. И, следовательно, если мы отправились бы в больницу, лежали бы с ним в коридоре, то отхватить какие-то другие инфекции, там, воспаление легких, мне заболеть, Арсу заболеть, это вот реально очень-очень большой шанс. И, естественно, этот шанс я на себя брать не хочу никоим образом. Я по сей день считаю, что в этом случае, в принципе, самое мудрое, что мы можем делать, это действительно уйти в самоизоляцию и начать свой карантин хотя бы на несколько недель для того, чтобы эту всю вспышку, эту заразу остановить и чтобы, не дай Боже, не заболеть и не поставить под ударом и риском своих близких, соседей и людей окружающих, которые находятся в непосредственной близости от нас. Пока я вот смотрю на улице, как там на наших площадках дела обстоят, люди достаточно активно гуляют, хотя с каждым днем все меньше и меньше. А также поступила первая информация о том, что от коронавируса умер первый здоровый ребенок. То есть если до сегодняшнего дня считалось, что болеют дети, им очень легко, переносят как легкий вирус, и только если есть уже существующие патологии у малыша, тогда эта вся история, она приобретает такую серьезную окраску. Мальчик из Лос-Анджелеса, звали его Эрик, и он от коронавируса скончался, к сожалению. И поэтому здесь мы можем делать вывод, что уже этот вирус, он начинает поражать все более молодых и молодых людей. Следовательно, мы не можем на 100% гарантировать то, что наши малыши сейчас в безопасности. Поэтому я все еще придерживаюсь строгого мнения о том, что нужно оставаться в карантине, в самоизоляции и самим начинать заботиться о своих семьях, своих малышах и своем здоровье, для того, чтобы, не дай Боже, у нас не появились первые случаи заболевания и тяжелого протекания этого вируса у малышей. Все, мой малыш на данный момент уже становится очень-очень беспокойным. Нужно обратить на него внимание, поиграться и начать передвигаться по квартире, поскольку на месте он сидеть не может. Поэтому, подруги, на сегодня заканчиваю наш выпуск. Спасибо всем вам за то, что вы присылали мне огромное количество ваших сообщений, ваших пожеланий доброго здоровья, и что вы так переживали. И вчера, особенно когда мы не выходили на связь ни здесь, ни в Инстаграме, вы мне писали и спрашивали, как же наши дела и все ли у нас в порядке. За это вам огромное-огромное спасибо. Вам также мы желаем здоровья, желаем легкого карантина, и чтобы в ваших семьях все было хорошо. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, и давайте все вместе будем думать о нашем будущем и будем очень-очень внимательно относиться к тому, что в мире сейчас происходит. Да? Все, на этом мы с вами прощаемся. А если вам понравился наш выпуск и вы рады, что мой котеночек, слава тебе, Господи, выздоровел, ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новыми выпусками и увидимся с вами уже в следующем нашем видеоролике. На этом сегодня все. Пока!